За сутки в Кыргызстане прошло 276 родов, из них две двойни в родильном доме Оштской межобластной объединенной клинической больницы, сообщает Минздрав. По оперативным данным, за сутки с 8 утра 31 декабря 2023 года до 8 утра 1 января 2024 года по республике всего родились 276 детей. Это 143 мальчика и 133 девочки. Проведено 15 операций кесарево сечения, говорится в сообщении. Как отмечается, первыми родились в родильном доме номер 2 Бишкека. Это в 12 ночи девочка весом 3 килограмма 520 граммов, рост 49 сантиметров. В центре общей врачебной практики Кызылкия девочка весом 4 килограмма 50 граммов, рост 59 сантиметров. В ЦОВП Кимин Чуйского района мальчик весом 3 килограмма 15 грамм, рост 51 сантиметр. В родильном отделении Джалалабадской объединенной больницы девочка весом 3 килограмма 650 граммов, рост 52 сантиметра. И мальчик весом 3 килограмма 80 граммов, рост 51 сантиметр. Самое большое количество родов произошло в городе Ош и Ошской области. Это 88 родов. В Джалалабадской области на свет появились 57 младенцев, а в Бишкеке 52.